привет, вы на канале Макс Масть. Нет, подожди, это другой канал. Всем привет, меня зовут Максим, вы на канале Драйвер Автоклуб. Сегодня опять у нас оффроуд. Совсем недавно мы поехали на покатушки. Покатушки были не запланированные. Сидела как-то вечером, просто играл в компьютер. В вайбер-чате нашей группы появляется сообщение: ребята, давайте завтра едем на оффроуд. Думаю, почему бы и нет. Быстренько со всеми списались, собрались и поехали. Собралась у нас та же компания, которая была и в предыдущий раз, но с некоторыми изменениями. В этот раз приехал дополнительный УАЗик. УАЗик боевой. УАЗик как-то с нами уже ездил. Сейчас я вставлю видео твоей поездки. Там получилась очень интересная, забавная ситуация, когда он ехал в деревья, у него отвалился верхний багажник. Было весело, смеялись много, багажник выгрузили и поехали дальше. В этот раз тоже приключилась прикольная история с этим УАЗиком. Он поехал в том месте, где все проезжали, но почему-то он заехал сразу. В общем, посмотрите видео, будет интересно. Так как покатушка получилась неожиданной, то я даже не успел дать объявление в Facebook-группе. И ребята некоторые, которые хотели поехать, в итоге узнали, что мы все-таки ездили, не были предупреждены. В следующий раз я постараюсь этого избежать. Как бы, ну, мы всегда готовимся заранее и постараемся в следующий раз оповестить всех заранее, хотя бы за 2-3 дня, что мы едем на покатушки. Тем не менее, мы прокатились, нам было весело, было интересно. Крузак, который неизменно с нами ездит, в этот раз тоже поехал на своих 37-х триподорах полноценных. Мне больше нравится такой формат, когда ты преодолеваешь препятствия, где машина действует на пределе. В этом видео крузак действовал на пределе. Что получилось в этот раз с крузаком и с другими участниками нашего автопутешествия, так называемого, небольшого, смотрите дальше. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на канал. С вами был Макс. Всем пока и приятного просмотра. Чего обычно начинается оффроуд, в котором участвуют Нивы? С ремонта. С ремонта. С грязных рук. Давай откроем у нас капот, чтобы не так видно было. Боевые вазы в строю. Человек правильно приезжает на покатушки. Он сразу грязный. Тут вот какие-то, не знаю, усилители капота, наверное. Привет. Нано-напыление на стекло. Фаркоп. Ну, салон аутентичный, да? Я боюсь просто открывать дверь, я ее потом не закрою. А тут, видишь, обязательный элемент. Лючок есть, сервисный лючок. Focused on my own way, with a never looking back to those wounded and fear. There was nothing I could do.
Пушка гонка. Будет интересно. Вот это будет интересно. Как мы его достанем? Это все. Крузак сел. 105-й. Нива, сильно тяжелый крузак. Ага, там весом. Нива протаскивается под весом крузака. Итак, спасаем Land Cruiser. 105-й. Вот стоит ВАЗ, зацеплен за Ниву, который тянет крузак лебедкой. Тяжело-тяжело машина. Очень тяжелый крузак. Так это все выглядит. Да, тяжело. Все, выехал. Набрал, да? Да, полный салон, ты там сидел молча. Ах, ебать, там так. Телефоны, гаджеты, Все нормально. Самое херовое, что понял, здесь поднялся. И пока было мокрый вперед, все стекло назад. Тут, по-моему, надо пиши, сразу да, назад. Пиши, Макс, пиши. Это Златычу. А я думал так поехал. А я думал там белку. Тащи его назад. Говорит, давайте речь. Серега уже где-то. Спасаем еще УАЗик. Тем же методом. Раз Нива, два Нива. Плюс вас. А ты что, не можешь заскочить? Или ты заглушил? А. Главное, что аварийка работает.
техника советская. Слушай, а как часто надо менять воду в фарах? По регламенту, да? Небольшая течь. А там быстро все питает. А у тебя дренаж, да? Дренаж, видишь, там внизу? И все сухо и красиво. Тачка спортивная. Да. Не надо сушить ковролан. Нет, нет ковролина, нет проблем. Да. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. Так оно твердое здесь. Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Fight back.
Jesus.